С начала этого года по вине пьяных водителей в Приамурье случилось уже 53 ДТП. В авариях пострадали 82 человека, четверо погибли. Каждый день на дорогах области задерживают до 30 нетрезвых автовладельцев. Их количество, увы, не уменьшается. За 5 месяцев этого года уже 2180 автовладельцев остались без водительских прав. Это на 60 человек больше, чем за тот же период в прошлом году. Самое популярное нарушение – вождение в нетрезвом виде. Пьяные автовладельцы садятся за руль, несмотря на строгое наказание. Лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Некоторых не останавливают и такие меры. В этом году на дорогах задержали уже более 1000 амурчан без водительского удостоверения. Наказание для таких нарушителей – административный арест. Его продолжительность устанавливает суд. Так, один амурчанин, который скрывался от ответственности, в итоге провел в изоляторе 120 суток.